Мэм, вам будет здесь удобно. Ваше Величество, как вы себя чувствуете? Не очень. Помогите, мне нехорошо. Королева, вы в надежных руках. Поздравляю, у вас девочка. Она чудо. Мэм, доверьтесь мне. Поздравляю, у вас девочка. Она прелесть. Малышам пора спать. Доктор, спасибо. Ваше Величество, это так щедро. Доктор, вы нам очень помогли. Доллар? Как неприлично, мистер. Полли, добро пожаловать. Это твой дом. А сейчас пообедаем. Только для начала устроим охоту. Хм, неплохая добыча. Обед скоро будет готов. Вкусно. Сладких снов, малышка. Отличная погода для веселья. Поиграем? А теперь займемся делом. О, как красиво! А вот и я. Я красотка. Объеденье. Подруга за мной. Здесь просто волшебно. Я все равно тебя поймаю. От меня не убежишь. А здесь у нас что? Вау, какая находка! Я кое-что придумала. Я принцесса. Полли, ты почти королева. А сейчас пора ужинать. Эвальд, ко мне. Что желаете, принцесса Кристи? Я такая голодная. Сейчас я это исправлю. Королевского аппетита. Мясо? Не хочу. Эвальд, ты уволен. Хм, попробуем. А это вкусно. Майкл, у тебя нет таланта. Ха, смотри, учись. Вот что значит талант. А ты уволен. Мама, мне скучно. Я хочу играть. Эвальд, ты должен спасти принцессу. Вперед, вперед! Ты ничего не понимаешь в играх. А, я тебя научу как надо. Это неправильный единорог. А что если устроить урок красоты? Я самая великолепная принцесса. Вы прекрасны, принцесса. Мама, папа, он мне мешает. Эвальд, прочь из дворца. С принцессой лучше не связываться. Ю-ху! Веселимся. Я королева этого леса. Кристи, что с тобой? Срочно в замок. Принцесса не должна играть в лесу. Подумай над своим поведением. Нам нужно очень много пены. Хм, так-то лучше. Настоящая принцесса. Сейчас здесь все будет блестеть. Я мастер уборки. Мама будет мной гордиться. И здесь тоже наведем порядок. Дорогая, спасибо за помощь. Не благодарите, мэм. Это моя работа. Какой солнечный день. Малыши, и вы тоже здесь. Обнимашки, я вас люблю. Дочка, сегодня у нас будет королевский обед. Ты ведь любишь рыбу, да? О, ничего не вышло. Хм, нам нужен научный подход.
Мамочка, беру это на себя. У меня все получится. А теперь самое интересное. Это успех. Мамочка, теперь у нас есть ужин. Олли, ты самая умная. Обожаю музыку. Ха, попробуйте повторить. Дорогая, это слишком громко. Принцесса Кристи, у вас урок балета. О, это так скучно. Принцесса, повторяйте за мной. Вау! Я тоже так могу. Выше, еще выше. Ну уж нет, это недостойно принцессы. Эвальд, мы уходим. Что сегодня на завтрак? Овощи, так не пойдет. Пиццу, пожалуйста. И много-много бургеров. О, да, королевский сервис. Лучший завтрак – это фастфуд. Кристи, принцессы не едят бургеры. Что ты сказала, мамочка? Ты неисправима, Кристи. Извините, мне уже пора. Надеюсь, я не опоздала. Всем привет, неудачница. А ты что здесь делаешь? Бедные не учатся в школе. Дети, кто выучил домашнее задание? Конечно, я. 2×2 = 4. Отлично, Полли. Это 5. Мама так обрадуется. Только принцессы должны получать 5. А теперь тест. Проще простого. Мистер Тайлер, готово. Полли, ты справилась. Принцесса Кристи, а у вас что? Вы опять спите? 2. Мистер Тайлер, это вы зря. Мама, уволь мистера Тайлера. Короля и королеву в школу. Вы еще пожалеете. Дети, поздравляю с окончанием школы. О, наконец-то. Я буду скучать. Полли и принцесса Кристи, вы стали лучшими ученицами. Юху, я это знала. Королева, прекрасно выглядите. А ваша дочь, она похожа на меня? Это и правда подозрительно. Мы должны все проверить прямо сейчас. Я вам помогу, господа. Это совсем не больно, обещаю. Результаты уже готовы. Мама, что там? Не верю своим глазам. Не может быть. Мы должны вернуть все на свои места. Полли, я твоя мама. Кристи, теперь мы вместе. А это твой новый дом. Надеюсь, тебе здесь понравится. И корона нам больше не пригодится. Располагайся поудобнее. Но все такое бедное. Дорогая, ты привыкнешь. Юху! А здесь не так и плохо. Мне это нравится. Детка, здесь слишком грязно. И весело. За мной. Мама, ты лучшая. Я принесла вещи Полли. Спасибо, мэм. А это вам передала принцесса. О, это так мило с ее стороны. Дорогая, смотри, что у меня есть. Королевский пирог. Обожаю. Дочка, теперь ты дома. Примерь свой королевский наряд. Идеально. Мама, папа, здесь так красиво. Полли, ты кое-что забыла, свою корону. А теперь веселиться. Познакомьтесь с принцессой Полли. О, сколько подарков. Никогда такого не видела. Дорогая, они все твои. Мечты сбываются. О, извините, мне уже пора. Неужели началось? Мэм, помощь уже рядом. Вы справитесь. Ага. Поздравляю, у вас 6 девочек. Доктор, позаботьтесь о них. Постойте, не улетайте. Я всегда мечтала о дочке. Вы не против, доктор?
Я позабочусь об этой девочке. Ага. О, какая же она милая. Малышка, готова веселиться? Этой девочке нужна заботливая мама. Детка, мы будем счастливы. Миссия выполнена. У всех детей есть родители. Кайли, вот мы и дома. Тебе здесь понравится. Но для начала вкусный обед. Приятного аппетита. Кошмарной ночи, Мэри. Ты проголодалась? Попробуй эту вкусную кашу. О, какая ты клыкастая. Полик, у тебя будет самая уютная кроватка. Волшебных снов, малышка. Пенни, у мамы важные дела? Смотри, учись, детка. Сможешь повторить? О, какая милашка. Она прелесть. Это моя дочка, и она будущая звезда. Быть мамой так интересно. Добро пожаловать домой, Энни. Ты любишь книги? Тогда слушай. Жила-была принцесса. Малышка, ты станешь самой умной. Джейн, пора спать. Тебе надо набраться сил. Ага. Ведь завтра новый радужный день. Вау! О, такого я еще не видела. Кажется, это ключик от сокровищ. Вау! Вау! Волшебная палочка. Попробуем. Крэкс, пэкс, фэкс. Ю-ху! Получилось. Мне здесь нравится. Я морская повелительница. Дорогая, время обеда. Самые вкусные витамины. Это полезно для клыков. Хочешь поиграть? Тогда держись крепче. Мэри, чем займемся дальше? Доброе утро, Полли. Что у нас сегодня на завтрак? Я об этом позабочусь. Хлеб – неплохая добыча. Кто здесь? О, только бы не попасться. Хм, странно, здесь был хлеб. Полли, это все ради тебя. Дорогая, приятного аппетита. Я знала, что тебе понравится. Пенни, танцы – это жизнь. Готова стать звездой? Тогда тебе нужно тренироваться. Малышка, повторяй за мной. Устроим вкусный перерыв. Чем больше молока, тем лучше танцы. Энни, что случилось? Почему ты плачешь? Кажется, я знаю, что делать. В одном королевстве жила колдунья. Книги – лучшее развлечение для ребенка. Джейн, где ты? Остановись, это опасно. Бассейн не для малышей. Хм, ты любишь воду? Тогда у меня есть идея. Только посмотри, как здесь весело. А главное, безопасно. Малышка, ты чудо. Джейн, хочешь построить самый высокий замок? А я пока приготовлю лимонад. Вкусно. Малышка, опять ты за свое. Мама спасет тебя. Ты в порядке? Вау, ты русалка? Очень голодная русалка. Угощайся. Мне нравится. Сейчас вернусь. Ты просто обязана это попробовать. Объеденье? Куда же ты? Моей новой подруге это понравится. Это тебе? Вау, морской бриллиант! Детка, увидимся вечером.
А вот и вы, девочки. Повеселимся. О, какие милые. Они как будто сестры. Игры так утомляют. Ой, кому пора спать? Сладких снов, малыши. А кто здесь любит сказки? День должен начинаться красиво. Как я выгляжу? Привет, кто ты? Я Кайли. Будем дружить? Еще бы, но у меня есть для тебя сюрприз. Красивые цветы для красивой русалки. Вау. Хочешь прокатиться? Тогда держись! Отличное место для пикника. О, ну уже стемнело. Как же я найду дорогу домой? Я помогу. У тебя клыки! Какая трусишка. Почему меня все боятся? Пенни, ты звезда. А у звезды должны быть лучшие кроссовки. Мамочка, ты лучшая. Как насчет танцевального батла? Тебе меня не победить. О, какая же я голодная. Здесь наверняка что-то есть. То, что нужно. За еду нужно платить. За работу, воришка. Полли, я тебе помогу. Дети, кто решит этот сложный пример? Конечно, я. К доске, Энни. Проще не бывает. Ответ 10. Энни, ты зазнайка. Тишина. Молодец, дочка. Ты заслужила 5. Доброе утро, мир. Джейн, что ты сегодня наденешь? Как насчет этого? Мама, это все вышло из моды. Значит, устроим шопинг. Отличная идея. Мама, время селфи. Улыбочку. Сколько здесь всего? Мама, я скоро вернусь. Нравится? Джейн, ты как с обложки журнала. Мы это покупаем. Ой-ой. Мама, ты неисправима. О, я уже опаздываю. Мне пора. Здравствуйте, я еду в Мега Ворлд. Мисс Барби, мы отправляемся. Мне здесь нравится. Что случилось, Кен? Мы созданы друг для друга. Выходи за меня. Я согласна. Вместе навсегда. Не терпится увидеть твой родной город. Тебе понравится, обещаю. А вот и Тока Ворлд. Я уже влюбилась в это место. Вау, розовый дизайн, обожаю. Я знал, что тебе понравится. Встречайте, на сцене великолепная Барби. Ты лучшая! Мы тебя любим! Вы навсегда в моем сердце. А мы продолжаем концерт. Верните звезду! Барби, это был успех. Музыка – моя жизнь. Это твой гонорар. И еще кое-что. Поздравляю, у тебя музыкальный тур. Вау! Это так неожиданно. Барби, ты покоришь этот мир. Я должна подготовиться к шоу. До встречи на концерте. Как же я устала и проголодалась. Что сегодня на ужин? Пусто. Что случилось, мисс Барби? О, я такая голодная. Может, заглянете в соседнее кафе? Отличная идея, Эвальд.
Устроим звездный ужин. Что желаете, мисс Барби? Мне что-нибудь сладкое и розовое. Ага. Присаживайтесь, мисс. А вот и ваш десерт. О, выглядит аппетитно. И подарок от заведения для звезды. О, как неожиданно. Спасибо. Вкусно. Да, да, я уже проснулась. Пушистик, выглядишь что надо. А мне нужно привести себя в порядок. Ага. И начнем с белоснежной улыбки. А теперь красивая прическа и капля любимого аромата. Как я выгляжу? Что бы сегодня надеть? Это уже вышло из моды. Слишком просто. А это уже лучше. Барби стиль. А как же музыкальный тур? Пора собираться. Моя счастливая гитара. И, конечно, Барби наряды. Готово. Здравствуйте, я еду в Мига Ворлд. Мисс Барби, мы отправляемся. Мне здесь нравится. Мисс Барби, добро пожаловать. Я бы не отказалась от мороженого. Спасибо. Объеденье. Кажется, я на месте. Здравствуйте. Мой номер готов? Мы вас ждали, мисс Барби. Yeah. Для звезды лучшие апартаменты. Меня это устраивает. Чувствуйте себя как дома. Не забудьте прийти на концерт. Мисс Барби, это вы? Номер к вашим услугам. Идеально. Устроим рум-тур. Барби спальня. О, как мягко. Вау, никогда не видела такой ванной. Самое время привести себя в порядок. А что на первом этаже? Ю-ху! Я чемпион! Мига Ворлд – лучшее место! А еще у меня есть личный ресторан. Вау, как здесь красиво! Привет, я Кен. А я Барби. Я много слышал о вас. Может, поужинаем вместе? С удовольствием. Концерт. Мне нельзя опаздывать. Это мой лучший наряд. И нельзя забывать о завтраке. Ага. Самое бодрое утро. О, где это я? Вы готовы, мисс Барби? Вы должны выглядеть на все 100. И начнем со спа-процедур. Сияющий взгляд – залог успеха. И, конечно, позаботимся о коже. Устраивайтесь поудобнее. У Барби должен быть шоколадный загар. Почти готово. Как насчет массажа? Ага. Чувствую себя прекрасно. И последний штрих, мисс Барби. Что дальше?
Высокие технологии на страже красоты. Такого вы еще не видели. У нас получилось? Лучше не бывает. Вы прекрасны. Удачного концерта. Мне нужно поправить прическу. Вы пришли по адресу, мисс Барби. У вас такие красивые волосы. Но они станут еще лучше. А сейчас самое интересное. Может, кудряшки? Только не это! Упс. Мисс Барби, я все исправлю! Так-то лучше. Барби прическа – то, что нужно. А теперь на концерт. Барби, ты лучше всех! Любимая, я здесь. Что случилось, Кен? Мы созданы друг для друга. Выходи за меня. Я согласна. Вместе навсегда. Согласны ли вы заключить брак? Еще бы. Конечно. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю. Не терпится увидеть твой родной город. Тебе понравится, обещаю. А вот и Toca World. Я уже влюбилась в это место. Барби, это ты! Всего один автограф. С удовольствием. Увидимся на концерте. Барби, нам уже пора. Барби, мы с тобой! Дорогая, за мной! Барби, где ты? О, кажется, мы в безопасности. Это Барби популярность. Ты звезда. А теперь домой. Вау, розовый дизайн. Обожаю. Я знал, что тебе понравится. Я покажу тебе дом. Детская? Когда-нибудь она нам пригодится. О, мне нехорошо. Барби, что случилось? Я должна кое-что проверить. О, я беременна. Кен, у нас будет ребенок. Я так счастлив! Скоро наша семья станет больше. О, какие же мы голодные. Это мои сладости. Барби, но... Это еда для малыша. Как скажешь, милая. Сладкий Барби ужин. Лучше не придумаешь. Разве мы ждем гостей? Не думаю. Есть кто-нибудь дома? Моим девочкам нужны родители. Но мы уже ждем малыша. Нам очень жаль. Тогда я поищу для девочек новый дом. Надеюсь, у них все будет хорошо.